Прибыли мы на причал, центральный причал, на до станции метро Сапан Таксин. Купили билет 16 бат одна персона и направляемся на оранжевую линию. Это общественный, как говорится, трамвайчик для местных, самый дешевый. Вот, независимо от расстояния, 16 рублей стоит, 16 бат. Вот. Дальше мы здесь ждем своей посадки и отсюда будем направляться в северную, в северном направлении, в центр города, и будем обсматривать его со всех сторон. Вот такой маленький тягачок, вот он, тащит за собой груз, целый состав, 300 метров, груз, чем гружен, непонятно, вот такой грузик нескончаемый, 4 баржи тащит. Подруливает наш оранжевый кораблик. Это общественный трамвай водный считается. Вот сейчас мы на него и погрузимся. Наш трамвайчик останавливает каждые 100 метров, кто на правый берег, кто на левый берег. Такое тут интенсивное движение.